на ресурсе Life вышла такая статья «Миллионеры и копейки рады». Кто из российских поп-звезд получил помощь из госказны? В 2020 год для российских артистов выдался трудным. Отмененные концерты, редкие частные вечеринки и корпоративы. Представители шоу-бизнеса требовали от властей признать их пострадавшими. И в России была запущена программа малого бизнеса, под которую попадали некоторые звезды. И Life разбирался, кто из артистов получил из бюджета помощь и насколько он реально в ней нуждался. Вот, значит, Тарзан Глушко сказал, в отличие от бабушек и дедушек, значит, Life разбирался, кто из артистов получил из бюджета помощь и насколько реально он нуждался. Значит, Тарзан Глушко сказал, в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают. Мы, артисты, ни копейки не имеем. Да что вы говорите, народ вообще не понимает. Возмущался отменой концертов Тарзан. Ой, бедный и несчастный. А ты бы прожил на 8 тысяч, как мы живем, пенсионеры. Или работяги, у которых зарплат не было, которым задерживали зарплаты. Ну да ладно, поехали дальше. Значит, я буду показывать фотографии, которые самые бедные исхудали, изнищали, которые получили деньги с господдержки. Вот, самые бедные, самые исхудавшие, самые нищие. Вот, самые такие самые бедные, они исхудали до такой степени, что кожа до кости. Вот, ну, что сказать, я не хочу читать эту статью, но факт остается фактом. Я потом дам ссылочку, почитайте, как они, на какую сумму они бедные. Им всем выделили по 12 тысяч рублей. Им не хватало, а кому-то и больше выделялось. Вот, бедные, они исхудали, но бедненькие, смотрите, как они все худенькие. Какие они все худенькие, кожа до кости, ну... Прям, ну, видно, что прям... Ну, так видно, что они прям такие худенькие, бедненькие, ну, прям не на что жить. Кушать нечего, голодают они. Вот, они голодают. Они, ну, что сказать, ну, посмотрите, такие они худенькие, бедные. Глаза только одни видны, и все. Такие похудевшие, ну... Совсем исхудавшие, вот, ну что сказать, бедненькие, исхудавшие наши артисты, вот. Ну а на этом все.